доктор Ливси. Очень хороший и веселый человек. Характер общительный. Не женат. Здравствуйте. Я доктор Ливси. Да. А что сделал? Ранен? Да нет. У него удар от чрезмерной приверженности к крову. Ну ладно. Правда, спасти. Это тренд. А кому не нужен тренд? Какая прелесть. Спокойно. Здесь нет никаких собак. Запомните, если вы не бросите пить, скоро умрет. И снова здравствуйте, всем привет. Давайте в этом ролике посмотрим, какой получился Ливси. Итак, куб делит. Свет пока... И камеру отключаем, единицы на нампаде переворачиваем и закинем сюда именно наши вот эти саптулы. Так, импорт, опш, десктоп и папка Ливси. Так, где она тут? Вот она. Так, погнали. Бляха. Следом идет файл импорт, опш, значит брови. Ну и так далее. По запчастям. Так, что тут идут? Глаза. Есть. Так, глаза, каблуки. Следом идут, значит, персонаж. Так, импорт, опш. Что тут? Так, китель. Ага, китель. Что-то он долго это... Вроде не сильно полигональный. Так, импорт. Дальше продолжаем. Что тут есть? Манишка. Так, вот она. Манишка. Нужно будет ее сейчас подправлять. И файл импорт. Дальше у нас идут пуговицы. Пуговицы есть. Файл импорт опять же. Так. Кто тут? Ремень. Есть. Так, тело самое интересное. Так, тело есть. Единица на паде. Ну а теперь... Остается только шляпа. А, шляпа и штаны еще. Так, это шляпа. Файл импорт. Опш. Штанцы. Ну, а теперь смотрим, как тут развертка. Легла, не легла. О, все, вот он наш персонаж. Единица на паде. Что еще хотелось бы сделать? Я, наверное, его чуть-чуть еще вытяну. Во. Ну вот теперь точно Ливси. Так, есть такое, как говорится, дело. Вверх поднимаем. Теперь нужно подкорректировать, значит, вот эту вот манишку. Выбираем манишку. Скульпт. Так, теперь тянучка, F английская побольше и симметрию. Так, все есть, подкорректировали и уменьшаем. Так, кто у нас тут? Грудина вылезла. Так, чуть приподнимаем. А что тут? Угу. Сзади пуговица есть. Одна пуговица как начала капризничать. Вот это я же ее вроде отделял. Вот она не хочет никак, значит, дублироваться. Я ее сейчас, наверное, так, что сделать? Английская L.
Так, есть такое дело. И теперь единица на нампаде, Shift-D, щелчок. И с помощью мув я ее просто перетяну в эту сторону. Вот так вот. Почему? Потому что пуговица у меня это сферы. Можно, конечно, заморочиться, сделать настоящие пуговицы. Ну, как в мультфильме, они такие полукруглые. Так. Так, чуть-чуть корректировки. И как тут пуговица стоит? Опа. Значит, вот эту пуговицу еще нужно L вытянуть побольше. Вот так. Так, смотрим. Пуговцам надо назначить цвет, значит, желтый. Так. О. Цвет желтый. Что я тут еще? Да вроде все раскрашено. А, во, каблуки. Каблуки цвет у меня черный. Я не стал делать развертку. Простая такая штука, значит. Ну вот. Сохраняем теперь нашего персонажа. Это Save As. Пишем, значит, Livsy. Сохранение. И смотрим, как он выглядит по запчастям. Значит, так. Выбираем пуговицы и китель. Вот так оттаскиваем. Это вот эта деталь. Так, это у нас получается, значит, вот такая манишка. Нужно ее тут еще немножко, наверное, и ремень подправить, и саму манишку. Так, ремень. Заходим в скульпт. Опять же, значит, по X-симметрии F. Ну, вроде бы нормальный размер кисточки. И вот чуть-чуть. Так, вроде как попало. Так, теперь тут вытаскиваем. Ну, нормально. Те штаны нужно подкорректировать. Это получается, значит, выбираем в Object Mode штанцы. Заходим в скульпт мод и опять же то же самое по их симметрии. И вот чуть-чуть это дело вот так вот вдавливаю. Все. Красавчик. Ну вот эту часть тоже можно. Так, Object Mode. Вот эту часть тоже можно подкорректировать. Так, есть. Ну и где-то тут может подтянуть. Так, это F уменьшаем. Можно вот эти вот части тоже подправить. Чуть-чуть где-то побольше сделать, где-то поменьше, где-то вот приподнять может. Вот так вот. Ну, вообще, орел. Орел, надо вот эти пуговцы еще отсоединить, потому что они принадлежат именно вот к этой манишке. Так, глаза присутствуют, шапка. Шапку долой. Так, и что у нас? И китель долой. Во. Но самое интересное, смотрите. Так, выбираем, значит, ремень тоже можно убрать. Штанцы. Штанцы тоже убираем. Ну, вот сюда. И вот такой вот спортсмен. О, доктор Livsy. На груди волос. Под мышками волос. Труселя. Сзади он выглядит тоже вот таким вот образом. Так. Ну, вроде прикольный типан. Надо вот теперь кости вставить. И можно делать с ним анимацию. Вот такая штука. А вот так он выглядит одетый. А вот так раздетый. Ну, можно еще, конечно, ремень
не без этого назад так подставить. Вот сюда раз так. Оп. С ремнем уже прикольно выглядит. Так, если сейчас просто китель подставим. Вот так вот. Русо туристом. Вот такая получается штука. Ну и можно тут компоновать как угодно с ним. Работать. Можно анимацию сделать. Так, что тут еще пугается? Давайте. А, сейчас это уже сохраненный, значит, файл. Выбираем вот эти пуговицы, заходим в Edit Mode, рентген. Так, опа. Не, надо вот так вот, через L, английскую L, L, L. Вот так будет нормально. И теперь английская P, Selection. Все, отсоединились. Так, Object Mode. Все, это теперь отдельные пуговицы. Можно их делать именно с кителем. Так, сбоку выглядит он вот так. Можно тут еще грудину побольше, конечно, ему поставить. Как-то тут пораскрутить. Ну, вот. Вот такой вот персонаж. Всем пока, до свидания. Модель можно скачать в описании.